Так, народ, снова с вами Латухин Сергей, админ сайта Latuha.ru. Сейчас посмотрим, как ставится 9-й Cyanogen, то бишь Android 4. Вот они файлики, которые лежат, кстати, на сайте. То есть сверху это пакет программ, снизу сама прошивка. Прошивается она, напоминаю, через Recovery. Заходим в Recovery. Да, кстати, сохранка заранее сделана, что я всем советую. Так. Вайпы делаем. Ну, так, пару раз на всякий пожарный. Потом вайп Dalvik кэш тоже сделаю. Многие задачиваются, что такое вайп Dalvik кэш. Вот, Advanced. Вот он, вайп Dalvik кэш. Все, теперь установить zip с карты, выбрать zip на карте. Выбираем прошивочку. Устанавливаем. Извините, походу насморк. Напоминаю. Принцип моих видео – никакого монтажа, так что извините, придется подождать. Кстати, да, пока могу побубнить. Если кому что интересно, что вы видите в видео, напоминаю, не надо создавать тупые вопросы в подписях к видео на YouTube. Просто идете на сайт, ссылка всегда есть в видео. И все. И там можно на форуме найти тему про все, что вы видите. Соответственно, там же и задать вопрос. Убирается все джойстиком. Чем хорош этот телефон? Редкая вещь. Android с джойстиком. Ну что, он говорит, что вроде все. Ну попробуем вайп все-таки сделать. На всякий пожарный. Напоминаю, ставлю первый раз, я ее не ставил. И reboot system. Если что, Одином вольем заново клок и сделаем все, что угодно. Опять же, для многих, напоминаю, Один должен лежать в корне диска на компьютере. В имени папки и в пути до папки. Никаких русских букв. Ну как, красивенько. Если дальше пойдет так же живенько, то вообще здорово. Кстати, все файлы, все программы, которые я ставлю вот в этих видео, есть, ну, как многие заметили, папка важная у меня есть. Так вот, она же опубликована на моем аккаунте в Google Диск. Так вот, ссылки на мой Google Диск тоже есть на сайте. Соответственно, вы найдете все содержимое этой папки, соответственно, все, что я ставил в видео. Без исключений. И прошивки, и программы, и даже обои частично. Ну да, скажем так, 99% вы найдете. Потому что некоторые программы я ставлю из маркета и не парюсь. Например, Яндекс Метро. Яндекс электрички. Ну, если кто видел ярлычки. Так что уж самое-то простейшее, не надо искать. Все, что в официальном, бесплатном, легком доступе. А что найти посложнее, вот то уже там есть. Так, я устал. Я его положу.
Напоминаю, сайт latуха.ру или latuha.rf, кому как приятней. Соответственно, первое латиница и второе русскими буквами. Между ними, само собой, точка. 10 часов. Ровно. Это мой локотелик. Показалось. Опять в конце, что ли? Точно. Прикольно. Как всегда, язык фиг изменишь. У меня пароль, блин, английскими буквами. Ничего, прикольно работает. Набирается классно. Опять эта обучаловка, которая меня бесит на самом деле. Ну что, народ, прикольно работает. Походу, хорошая прошивка. Наконец-то. Блин, что за лажа? Английский вообще есть? Не шиша мне английский.
Так, теперь будем подключаться к Wi-Fi. А, у нас же это должно быть сверху. Нет, Wi-Fi включен, значит, все-таки через настройки. Нехило. Ну, есть как всегда. Ой. Не надо мне его закрывать, мне надо его открыть наоборот. Меню дайте. О. Шайтан голосовой, да? Кстати, да, некоторые пишут, что у кого-то там маркета нет, у кого еще чего. Видите, маркет есть. Так что не надо парить. Получается, очень хорошая уже версия 4-го Циана. Ну что, попробуем что-нибудь поставить. Что-то такое попроще и побыстрее. А ни хрена не побыстрее. Давайте-ка вот так. Опачки. Эксперимент так эксперимент. О, блин, хорошая скорость, кстати. Да, лучше, чем тот. Притом, смотрите, Wi-Fi это не полный прием. А на 7-м циане, блин, медленнее было.
и не спать. Ну, посмотрим, как у нас с игрушками. Могу я эту прошивку тут оставить или нет? То есть мысль телефон ребенку отдать, раз никто из вас его купить не хочет. Я напоминаю, он с какими примочками, блин. И крышку починил, держится. Так что теперь он опять, как был из магазина, один в один. Плюс еще и защитная бронька. Ну, грузимся, как всегда, долго. На седьмом цане до 3 минут доходило. Типа, поля сложные, видать. Кстати, напоминаю, у меня на сайте есть расширенная версия птичек, в которой как бы скрытые поля, по-моему, заранее открыты. Которые там с помощью нахождения яиц надо открывать. А там они уже открыты. То есть у меня там есть обычные птички. Есть вот расширенная версия. Зачем я тыкаю в экран? Вопрос идиота. Потому что иначе он может заблокироваться. Так, где звук? Не понял. О, проклюнулся на секунду. Не понял, блин. Не чувствую, как всегда. Первый запуск с глюками. Подождать. Не, ну вообще, в принципе, логично. У меня же раздел-то не подключен, только сейчас зашло. Ну ладно, сейчас попробуем без раздела. То есть, короче, ему памяти оперативной маловато. Ну, одно то, что встало, уже хорошо. Ладно, народ, хватит дури маяться. Мы еще и висим. Здорово. Ладно. Ну, суть видели, что все работает. Проезд 2 я потом сделаю. Пока буду разбираться. Делать разделы и так далее. Это уже было 1000 раз, это для видео не будет. Первая часть закончена. А, не. Окей. Значит, не закончено. Менеджер ищем. О. Сдвое. Ой, перелет. Отстань ты. Туда. Мне это не надо. И мое есть двое. Или лыжи не едут. Или я его не вижу. А, о, господи. Алло. Она раскочегаривается, как всегда.
У ворот стоит, это хорошо. Странно. Так еще страннее. Короче, надо обновлять изве, походу. Ну, кстати, раскочегаривается. Заметили, как ускоряется? По-моему, он уже онлайн подключил раздел, блин, без перезагрузки. Народ, мне нравится эта прошивка. Мне извините, но четвертый Android на этом телефоне качает уже все намного шустрее, чем у меня Alcatel. Я в шоке. Пока малость подлагивает, но это нормально. Блин, дайте в этот телефон две симки, я на него вернусь. Не помогло. Подождите, а куда делась? Не, нормально. Пункт перезагрузить отобрали с обновлением. Нормально. Козлы. Ладно. Ох, них. Извините. Тоже неплохо. Так что, народ, я вас саботирую переходить на эту прошивку. Единственное, говорят, камеру так и не починили, но... Думаю, скоро починят. Сейчас посмотрим, сколько она включается при переключении на раздел S2E. Раньше было несколько минут, а то и до 10-12. Что-то он включаться не спешит. Но это, в принципе, и раньше наблюдалось. То есть этот глюк они не убрали. На Циане такое было. Даже на седьмом. Что он периодически забывал включиться.
Есть. Круто, народ. Все, писец. Работает. Единственное, с камерой, говорят, трабл. Сейчас увидим. Ну да. Радио, люди говорят, ставили. Все ставили, все работает. Так, сейчас посмотрим, игрушка запустится или нет. И все, конец обзора. Ну что, народ играет. Я бы сказал, что играет намного лучше, чем на седьмом цене. Охрененно. Ну давай уже. Ну и вот она вам реклама. Куда аж без рекламы. Да, народ, все. Полностью нравящаяся мне прошивка. Я даже сносить не буду. Теперь она у меня будет на этом устройстве. Все. Всем покедова. С вами был Латухин Сергей. Напоминаю, сайт Latuha.ru или Latuha.rf. Если кто хочет помогать, кстати, мне надоело там одному админить. Есть желающие на помощь, пожалуйста, пишите в личку, разберемся.